Быть человеком – это много, но быть женщиной – еще больше. Дамское сословие неосознанно является носителем изящества, несет мир гармонии, украшает жизненное пространство. Одновременно стремится совместить два важных дела – семью и карьеру, стараясь уделить им равное количество времени и своего внимания. Что является ношей не из легких. Модель современной женщины 21 века поддерживает и Майрамкуль Бетельбаева. 54-летняя личность является мамой героини. Она рассказывает, что несмотря на многочисленные реформы, женский пол по-прежнему сталкивается с дискриминационными законами и правилами в трудовой деятельности. Много проблем, с которыми сталкиваются женщины, и некоторые из них находятся вне поля нашего зрения. Государство поощряет многодетность, но не защищает гендерные права женщин в сфере труда. Они стараются привнести свой вклад, однако необходимо еще больше усилий. Женщина не слабое подобие мужчинам, а равная противоположность. Подкрепляет это мнение председатель Нарынского областного женского совета Анипа Асанбекова. Она отмечает, что дамы играют все более заметную роль в деле повышения безопасности и миростроительства во всем мире. Так и в нашей стране роль женщин в различных сферах общественной жизни велика. Наша страна, будучи участником множества международных соглашений и конвенций по продвижению прав и интересов женщин, в последнее время уделяет значимое внимание участию женщин в делах местного и государственного значения. Поэтому для многих из них появляется стимул продвигать наше движение далее. Однако необходимо укрепить роль участия женщин в предотвращении, разрешении конфликтов и построении мира, а также значительное повышение безопасности. Долгое время руководящие посты занимали преимущественно мужчины, однако в последнее время эта тенденция стала существенно меняться. Наглядные примеры мы можем увидеть в самой политике. Председатель Кабинета министров Эдиль Байсалов в своем выступлении отметил важность участия женщин в политической и общественной жизни. Женщины участвуют в государственном управлении, принимают важнейшие политические решения, развивают общественную деятельность, реализуют крупные бизнес-проекты. И за что бы вы ни брались, это делается с большой ответственностью и душой, а потому получает заслуженное признание и почет. Женщина 21 века не допускает унизительного и неуважительного отношения к себе. Она не останавливается на достигнутом и не терпит рамки, ограничивающие ее деятельность. Дипломатичность, острый ум, находчивость и рассудительность делает прекрасных дам незаменимой особой в разных сферах жизнедеятельности. Айганыш Кадыралиева, Адилет Марсбеков, 5 канал.